Валентина Мельникова. Одуванчики. А я смотрела на одуванчики. Желтые, радостные, живые. Что б было, если бы не они? Как жили бы без простоты такой? Радости самой простой, но и яркой жизни. Как ходили бы мы, не видя всего этого буйства? Как шагали бы и думали без этого искусного, простоты искусства? Как бы скучали, наверное, как что-то искали. Не достает же чего-то. Мы б чувствовали, а они, вот они, тут как тут, порадовали, оживили, взбодрили, чтоб вкус соли мы, да и счастье прочувствовали, силы вселили в нас, надежду тоже, а ведь и веру, не так ли? И дерзость, конечно, согласны, на это похоже. Много их всюду радуют, а потом взлетают и полетают, станут пушинками и предлагают и нам стать, взлететь, полетать, солнечно наглыми такими же стать, всюду, куда захотели, такими, какими взлетели, взрастить снова цветенье бушующее, которым одарят снова в будущем. Читала автор.